Итак, всем привет! Сегодня мы собрались идти уже в парк. Также пойдем через мост, только через другую сторону. И, в общем, надеюсь, что там стало получше, чем в прошлом году, потому что мы взяли ракетки поиграть в теннис, потому что там есть хорошее поле большое, где играют в футбол. Тоже засниму вам. Надеемся, что, может быть, еще чего-нибудь будет там интересного. Там красивый мост, также река. Вам забыла показать. Новая жвачка такая. Надеюсь, увидите. Орбит Бабл Минт. У нее вкус, как у детского орбита. Сейчас я за день первый раз взяла камеру. Время где-то уже после обеда. Вообще делать ничего не хотелось. Такая жарень. Сейчас я иду вот здесь. Вы видите? Заросли. Все заросло. Здесь, кстати, почище речка. Ну, кстати, а тут купаться, в принципе, я бы не отказалась. То есть, кстати, глубже и чище. А вот там дальше все хуже и хуже, потому что дальше еще находится какой-то завод, и все сбросы отбрасываются туда. А вот здесь достаточно глубоко. В прошлом году купались, там дальше идет пляж, ну, пляж как лягушник. Вот сзади меня стоит такой памятник, сейчас пойдем к нему поближе. Такой памятник. А тут раньше гораздо мы тоже могли играть в бадминтон, теперь деревья. Засаживают, в общем, каштаны, вот видите, посадили недавно, видимо. В общем, тут нечего делать. Мы идем обратно. Осталось буквально чуть-чуть. Сейчас пойдем. Там будем проходить мост. Большой такой красный, красивый мост. Какие интересные ворота тут есть. Да, кстати, хочу сказать, что тут нет светофоров, и поэтому переходить дорогу непонятно совсем как. Все как хотят, так и едут. И, в общем, пешеходы тут ходят очень медленно. Мы были удивлены. Там сейчас сниму интересную кошечку. У нее тут пункт отдыха, видите. Лежит малышка, отдыхает. Шли на этот мост. Тут едут машины. Скоро появится речушка. И автотранспортный мост. Там дальше, видите, идет от него ответвление моста. Вот по этому мосту мы ходили, фотографировались. Он был красный, яркий, но теперь он выцвел и совершенно не видно его цвет. Тут достаточно большая глубина. Очень красиво смотреть на нее. Но опять же вы видите, что по бокам грязь. Но в принципе так ничего, нормально. Сзади такая церковь стоит. Облачка. Сегодня тоже солнечный день. И вот теперь мы будем спускаться. Тут, конечно же, ступенечки неудобные. Я надеюсь, не свалиться. Вот. Так, мы подходим уже к самому парку. Вот он, городской парк. Культура и отдыха. Ой-ой-ой. Смотрите, какое тут эхо между этих колонн. Конечно же, вот кто это пишет, гадость. Это просто вообще не ценит никакого. Тишина, потому что будни сегодня, ну, конечно же. Зато прекрасно, тихо, спокойно. К сожалению, стадион занят. Играют в футбол. И поэтому я не уверена, что нам удастся сегодня поиграть в бадминтон. Мы катались на этом солнышке. Раньше давным-давно. Конечно, это ни с чем не сравнится с парком Гагарина. И всем таким. В общем, для маленьких детей и то я бы не советовала тут кататься. Потому что это железяки уже, наверное, лет 100. И неизвестно, что может случиться. Также тут есть неподалеку где-то машинки такие, которые можно водить. Ну, как вы видите, в парке делать совершенно нечего.
в будни тем более. Ну, вот тут песочек есть, дети могут погулять, в принципе. А так, мы поняли, что делать нам тут нечего. Ну, походить, понаслаждаться природой, в принципе, почему бы нет. Фонтанчик, который не работает. Тут ничего не работает. Да, тут ничего не работает. Много растительности. Деревьев. Вот. Детская песочница. Дети вымерли, все, их тут нет. А самые крутые качельки — это вот качельки, лодочки. И мы сейчас пойдем на них покататься. Нет, черт, если что, они не работают. А, да, касса закрыта, поэтому я думала, они сами заводные. Но ничего не будет. Вот эти лодочки очень прикольные. На них можно сделать колесо полностью. Нет. Ну не полностью, но до половины можно. Уже они не работают. Видишь, все доски сломаны. Ну да, все уже в таком состоянии, в хламе. Ну, покатаемся. Вот эти качельки, конечно же, для тоже маленьких детей. В общем, все тут уже не поддаются реконструкции. На это вкладываю деньги. Кстати, вчера не натерла пальцы, но сейчас чувствую, что натирают мне эти тапки пальцы. Может быть, из-за того, что я вчера нанесла пудру, но сейчас мне прям больно ходить. Вот, тут тоже речка. Спасает этот садик кто? Видите, появились маленькие дети. Спасать то, что тут есть речушка и природа. Грязные ручки, все в ржавчине. Посмотрите на мои руки. Качелька, конечно, держится на соплях. И я тут еле пытаюсь раскачаться одной рукой. И руки у меня, посмотрите, что с руками стало. Короче, ужас какой. Я слезаю. Сейчас выключу камеру, покатаюсь. Раскачусь, надеюсь, и... Все. Посмотрите. Называется «Покаталась я». Смотрите, какого монстра нарисовали дети. Я так поняла, что это Человек-паук, смешанный с Бэтменом. Домик, это тут живет сторож. И не все тут, конечно, как я сказала, пусто. Вот видите, там орут, пришли уже под вечер. Дети с родителями гулять в будни. После вечера, как раз после рабочего дня. Кися-кися, кс-кс-кс-кс-кс. Скажи, она на Бусю похожа. Маленькая Манюся. Кстати, я уберу. Идем домой, в общем. Я иду походкой такой хромающей, потому что у меня натерла палец. Не знаю, дойду ли я дома. Ой, или нет. Бедняжка. Видите, какой интересный монумент. Чернобыльцы написано.